Ищу Полину, пиши я. Я. Ой, надо капсом. Я Полина. Меня так зовут. Катюху спаси! О, нет! Да хватит! Как спасти ее? Я позвал милицию, и тебя загребут. Пройдемте в отделение. Третья Полина хочет жрать. Сестра! Йо, с вами два рандомных человека. Не знаем, кто это. Вот, да, знакомьтесь. Хотя нет, не знакомьтесь, не смотрите на Ники, а то вы будете добавляться. В общем, мы потом не сможем это проверить. Да, блин. В общем, мы, как обещали, пришли в ту игру, в которой мы были с самого начала. Ну, про зайчика, разумеется. Вот, вот вам подтверждение. Вот эти все, что, морфы? Угу. Что тебе не нравится? Ты уже врезался в меня, все хорошо. А, ой. Ну, короче говоря, вроде бы здесь особо ничего не поменялось, но люди говорили, что здесь обнова. Можно ли переодеть Харитона? Нет, нельзя. Ой, нет. Блин. Скырлы-скырлы, да? Да скырлы-скырлы еще какие, Лёша, а тут не обязательно подходить к персонажам. Тут можно нажать сбоку и вон выбрать любого. Вообще капец удобно. Но нельзя переодеть этого человека, смотри. Как это? Он Оля Зима, Полина Зима. Чего? Вон там разные. А, тут пролистать сильно надо, типа, или что? Да. А, все, вопросов не имею, окей. А почему вот этот... А, Вова, простите. Боже ж мой, что ж я делаю такое? Че? А кто Сеня? Ну, это тоже. Ладно, вот. Хорошо, хорошо. Они не зря тут стоят вместе все, короче говоря. Ой. Че, ты батя, да? Ну я давай. Я случайно. Ты мой батя. Ладно. Все? Хорошо. Договорились? Капец, у меня щетина. Возьму с собой на всякий случай. Знаешь, я тоже возьму, а то вот знаю я. Че, давай будем смотреть по порядочку, что здесь нового, что здесь обновилось. Ну и да, наших ников никто не знает, мы пришли на общий сервер, разумеется. Антон Петров, в скобочках с маской. Марта, в скобочках овчарка. Кто ты? Ты? А вы знаете, для чего мы решили создать новые аккаунты? Как вы думаете? Чтобы писать. Антон, быстро домой. А я пишу, почему у тебя есть овчарка? Потому что... Я в целом, ну, очень даже. Потому что я захотела. Привет, овчарка. Это Марта. Привет, Марта. Ну что, а вы меня игнорируете, да? Я смотрю. А чё? Блин, батя... О, Оленька Петрова, оригинал, 6 лет, в скобочках, сгущенка топ, в скобочках, любимый братик Антоша, в скобочках, Рома, самый лучший друг. Я с шрубами не общаюсь. Это, наверное, мне. Это тебе? А я уже извиняюсь за тебя, если чё. Зачем ты за меня извиняешься? Дети не должны извиняться за родителей. И вообще, все идите домой, тут собрались, тут снег идет. Привет, Антоша. Я напишу привет. Марта, он реально не грубит. За меня Тоха вступился просто. Марта, все. Пока, Марточка. Она уходит, судя по всему. Подожди, а если она овчарка Антона, то считается ли, что она и моя овчарка тоже? Это я так думаю, работает, да. Или нет? Она ему говорит до завтра, мне не говорит до завтра. Напиши, как проснешься. Капец, какая же дружелюбная овчарка. Это просто капец. Ок. Ну, в принципе, вот вам и ролка. Ролка закончилась. Но мне кажется почему-то, что не здесь, не в этой локации вся веселуха, как обычно. Мне кажется, что там, как всегда, происходит всякая чертовщина в другом месте. Батя, можешь, пожалуйста, под ногами? А можно я не буду батей? Я не хочу быть батей, мне не нравится. Ой. Что значит? А ты умерла? Я случайно умерла. Все понял. Вот-то елки зеленые, опять Но ты за свое. Ну это лучше, чем быть батей. Почему ты так решила? Батя вообще никто всерьез не воспринимает, а это хотя бы весело, понятно тебе? И Федин, блин, Антон, сколько вас развелось? Это уже третий, что ли? Какой капец вообще. А это кто? Так, мы дома у Полины, это... Это, короче, заячья губа, вероятно, надо проверить. Угу. И что он Да, это заячья делает? Губа. Смотри, я умею гладить. Взламывает... Как, где ты вообще? А, капец ты прошаренный. Да. Ты не знал, я вообще... Слушай, ну что-то здесь как-то музыкальную школу закончил. Он у меня есть... Че, серьезно? Гитара. О, это не гитара, если что. Ну да ладно, я верю тебе. Я тебе верю. Слушай, а может давай телепортируемся как обычно? Как обычно. Я думаю, ну здесь как обычно. Здесь вот, вот это классическая ситуация. Вот, ну что происходит? Ну вот. Замечаешь, каждый раз, как только мы приходим... Надо выключить, все он работает. Сейчас, подожди. Так, я ему даю рекомендации. Рома! Он, кажется, тебя не слушает. Рома, брось. Не нужно, Рома. Ром... Что он достал? Лома, не на...
Лома, не надо! Тебя на пол? А, он мне угрожает? Чего? Не стреляй, я мирный. Катюху спаси! О, нет, да хватит. Как спасти ее? Я пытаюсь выключить. У меня не выключается. Она того, да, кажется. Да стой, как ее вытащить оттуда? Да все, это никак. Алло! А хочешь, мне интересно, давай попробуем. Ты по ощущениям. А он выключил, что ли? Что ты делаешь? Я ему говорю еще раз и больше ни разу. Ну-ка, руки поднял. По-моему... У нас перестрелка, ладно? О, боже! Ладно, у нас перестрелка. Срочно. Я знаю, что ХП здесь не отнимается, но просто перестрелка-то у нас все равно настоящая, голливудская такая, знаешь. Тра-та-та-та-та-та-та просто. О. А ну, руки вверх. Уже можно нормально говорить, да. Подожди, ты кто? Я понял. Ничего себе. Смотри, как он закрывает этот гараж свой. Что ты хочешь? Смотри. Заходи, забегай. Все, что ты? От нас не спрячешься. Я позвал милицию, и тебя загребут. Пройдемте в отделение. Ну что, давай объясняйся, Роман. Смотри, чтобы он не сбежал, потому что что-то он молчаливый какой-то. У него, возможно, настроение на то, чтобы сбежать. Я попробую. Поднял руки. Вот, нормально. Все, пройдемте с нами. А ты что? Уважаемый. Коллега, что ли? В отделении и вас ждем. В отделении вас ждем. Все, пойдем. А ты знаешь дорогу к отделению? Конечно, локация, вон, потом отделение куда-то. Милиции. Он бегом бежит. Мы можем его подождать здесь, я думаю. Ты думаешь? Мне кажется, он уйдет. Он по лесу бежит. Ну, может, он знает дорогу короткую. Не похоже, он в елку спрятался. В елку спрятался? Я вижу там кого-то. Так, побегу быстрее. Там кто-то разговаривает. Интересно, кто? Я ненавижу тебя. Ты о чем? А почему? Кого он ненавидит? Ничего, что я опять подсматриваю. Хорошо. В смысле, хорошо, подожди. Ничего себе, как легко человек с этим справился. Вот так как-то это звучало, судя по всему. Где ты живешь? А у меня 900 миллионов мощи. Что это значит вообще? Не знаю. Что? Как? В лесу? О, ты кто? Да я. Ты опять? Что? Понял. Привет. Привет. А что, тебе не холодно? Тебе не холодно? Да нет, нормально. А тебе? Мне хорошо. Ты тоже без шапки. Ну, вообще да, но... как бы, ну, я как ты. Мне норм. Что под маской? О, вот это нормальная тема. Вот это мы смотрим. Вот это мы... Что? Неважно. Но он достал ствол. Она убегает. А где она делась? Вот она, вот она. А вот, неважно. Она опять убегает. Где она? Вот. Где она делась? Мне тоже интересно, что под маской, спрашиваю я. Вот она. Вот, я на нее смотрю. Может, она снимет маску. Она, кажется, прыгнула в космос. А вон еще одна, давай эту пытать. Еще одна. Или это она же? Это вроде другая. Так, Алиса, привет, что у тебя под маской? Я, что ты? Типа он спрашивает, а ты не лезь. А, да? Не знаю. Ну ладно. А. Я не Алиса. А кто она? Не знаю. Я проверю, я намерен это проверить. Так, Алиса. Так. Угу. А кто ты, если не Алиса, спрашиваю я. Бриллиант. Никто. Капец. Ты какая-то недружелюбная, говорю я. А она какие-то смайлики ставит. Нет, я за ней побегу. Ты что думаешь, ты просто так от меня скроешься? В этой мрачной... Капец, что за прыжки? А, она прыгает выше и бегает. Кажется, да. Она убежала. О, ты что, опять сгущенку предлагаешь? Я греюсь. Слушай, ну лучше так, чем с ножом, честно говоря. Ну, хорошо. Я люблю все виды камней. Вот это мне нравится, вот это мне нравится. Это хороший разговор. Ты что тут стоишь? Уху. Я не знаю, как надо. Очень похоже. Че, дефолт на прове... Опа. 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 Заходи, смотри, тут капец происходит. Тут хозяин леса, тут Оля и Рома, и они куда смотрят? Куда ты лезешь? Не лезь, они пожалуйста. Туда ведро закинули. А, да? А, так они просто хотят... Все понял. Оля говорит, лезь. Че это такое? Это что это? Это та, которая с ножом должна быть. Это та самая, легендарная реально. Интересно, кому это она говорит? О, хозяину леса, и он полез. Хозяину леса? О, нет. Извините, что я капсом, я старая уже. А, всем? Капец, ну хозяин леса какой-то живучий. Включаю мясорубку. Меня засосало. Я не полезу. А, это ты. Да. Нет, ну действительно, как бы, почему? Нет, я хоть и старая, но я все равно туда не полезу. Я так посмотрю со стороны, конечно. Страшное дело. А как ведро сюда закинули вообще? Не знаю. Может, оно тут было. Сама лезь. Хозяин леса, скажи ей. Но он скажет или нет? А, ой. А что ты? У нее пистолет. А, ой. Подожди.
Зась, ты хочешь сказать? Нет, ладно, не умирай, пожалуйста, не нужно оно тебе. Точно? Будем сейчас тебя по кусочкам собирать. А, нормально, да, тебе хорошо там? Ну, я, да, вообще, вполне себе. Вот Катя чисто ходит по головам. Хозяин леса спрашивает, что? Но он не понял, что я хотел от него, а Оля все еще не убрала ствол. Она очень... агрессивная. Да, такая. Ты чё дергаешься? Это танец руками. Нет. Да что все сюда лезут? По-моему, Антон решил, что он вместо Кати. Где Катя? Она все еще на голове моей или как? Она ушла? Да. Ой, бедолага. Вот куда он? Колбасятина такая. Он... О, нет. А, ты-то куда? Я с ним. Нет. Эй! Ой-ой-ой, Оля шмалять начала. Ты чего? Оля, спокойно. Кажется, она в меня попала. В крыло. О, нет. Ты что, умерла, что ли? Да, она ранила меня. Ладно, нет, живи. Ты же знаешь, что нет. После этого не реснуться вообще никак? Как это не реснуться? Сейчас я реснусь. Ну так это не реснуться. Она убила меня. Я тебе говорю, все, ты мертвая сова, все. В смысле мертвая сова? Ой-ой, кто там опять шмаляется? Тут такой же пришел. Ой-ой-ой, ай! Ай-ай-ай! Лан, тут капец. Лан, тут стрельба. Ну, а мне уже я все умираю, равно. Кто-то пишет. Ну, конечно, там стрельба. Это я умираю. Матерь Божья. Что? А, о боже. Что с ним? Лан, ты до сих пор не пришла в себя, да? А чем тебе такая сова не нравится? Да нет, все хорошо в целом. Тут два Антона и один Рома, кстати говоря. Ага, ну так бывает. Так уже было, кажется, сегодня. Уже, кстати, было, да, сегодня уже было такое. А помогите. Говорит Рома. Непонятно почему. Надо узнать, может, случилось что у него. Так, с чем помочь, внуча? А куда? А это твой внук? Нет, это просто я, типа, ну, знаешь, как говорят, внучок. А, ну да. Типа вот, ну, вот это вот оно. За мной маньяк гонится. А у тебя нет ножа? Ну, типа, если есть нож, можно разобраться самостоятельно. Боже, что с тобой? Меня все устраивает. А, вот, ну, нож же есть. Ну и все, нож есть, ну, как бы вот. Ладно, ему понравилось, видимо, то, что я написал. Ладно, я телепортировался в дом Полины, и тут... Мне кажется, это мой друг. Спрашиваю, все ли у него окей, у нее, у креветки. Ладно, не пытайся его... Что ты с ним делаешь? Кто пришел невидимый? Ты видишь? Нет. Он невидимый. Человек кричит. А, вот тут. Ого. Харитон, все! Не, он летает. Ладно, это ты его подкинула, ладно? Нет, это вроде не я. А как он? Нормально. Воу! А, слушай, я тоже могу, походу. Так, по-моему, в него кто-то вселился. О, боже. Не надо, не жми кнопки, я тебя прошу. Ой. Ладно, я пришел в отделение милиции, и тут Катя своими ногами, своими двумя... пришла, но уже ее и нет, все. Все, уже можешь не... Пожалуйста, стань нормальной, я прошу тебя. Я не... Меня все устраивает. Тогда ладно. Так, ребят, мы искали Ролку, но Ролка сама нашла нас. Ищу Полину, пиши я. Я. Ой, надо капсом. Я Полина. Меня так зовут. Это вот этот ищет, Ёша. Я Полина. Вот этот. Где? Куда идти? Вот он. Вот этот ищет. Где? Да ты видишь, вот где он. Я? Вот это ты. Нет? Ты чё, смеешься, что ли, надо мной? Ты где? В какой локации? Около дома Антона! Так я на респе. Что с тобой? Зачем? Ну вот он тут до сих пор ищет Полину. И тут уже две Полины, ты можешь не успеть. Я! Там еще одна Полина. Я главная Полина. Не фейк. Не я, Полина пишет, не я. Почему? Ого. Это что, ты видела вон сальтуху? Ну другая Полина писала я. Да, она уходит. А почему не ты? Ты же тоже Полина. Пишу я. Где Полины? Где Полины? Сестра. Подожди, так у Полины есть сестра-близняшка. Кто я? Она Мирей. Да, это буквально тот самый мем. Третья Полина хочет жрать. Сестра! То есть Антон искал Полину, в итоге Полины нашли друг друга. Я Полину ищу, говорит. Нас разделили в роддоме. Так, подожди, надо Полина. Сестра Полины. Так нормально? Да. Я тоже ищу Полину тогда, все понял. Тоже, говорит, ищу Полину. Деда? Так, это наш дед, Полиночка. Я ура, я нашел вас. Деда. Дед, я тоже напишу. Ну, в общем, ты видишь. Я с тобой поздоровалась. Что с Ромой, а что с Ромой? А, вот это ты имеешь в виду? Кому такси? Оп, эй, стой, подожди. Да постой! Ты сестру сейчас потеряешь! Нет, все. Сестра, это самое важное. Я вообще-то вам предложил поесть сгущенки, только у меня ее нет. А как? Толь, у меня нет. Толи.
Я понял. У вас есть сгущенка? О, Рома приплыл, так сказать. Рома сгоняет за сгущенкой. Учитесь подкатывать правильно. Не поспоришь, кстати. Укатился, видимо, за сгущенкой. Да. Капец, мы две сеструхи классные, не могу. Горит. А чё? Что это значит? Ну, может, просто вы такие классные, что вот. А, в этом смысле? Где он? Боже, она поменяла ник на Полина, сестра Полины. О, боже. Все, это просто воссоединение какое-то. На самом-то деле я рад, что в ролке я нашел себе сестру. Сестру Полины. Дед двух Полин? Все, да, у нас дед наш, вот. Да, дед двух Полин сидит. Это пока что. Ну и Рома тут чисто тусуется. А что ты потом будешь делать? Че, дедуль, go flex? Вот. Че, дедуль, говори. Так я уже... А ты можешь нажать на кнопку вот эту, типа... Как у него? И показать... О. Показать флекс. О, нормально. Действительно. Я тоже тогда буду, все. Поехали. О, поехали. А ты-то чего? Ты еще молода. А мы все вот так. Дед! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я ничего не делаю. Я ничего не трогаю. О, не... Затемнение и уход в небытие, так сказать, ознаменовал конец этой серии. Так что такие странные у нас ролки сегодня. Не знаю, вернемся мы сюда ночью или нет. Мы сейчас, если что, в 1:30 записываем, и людей не так много, как вы можете понять. Поэтому, если мы и придем, то, возможно, создадим новых чаров и придем в обед. Да, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока.